Победа сборной России по хоккею на Олимпиаде – мощный стимул для развития школьных хоккейных лиг. В Чебоксарах она развивается активно. Строятся новые корты, растет мастерство тренерских кадров. А сегодня четырем школам вручили новую экипировку. На ее покупку ушло почти 12 миллионов рублей. Стать известным хоккеистом и играть в самой сильной команде. Об этом мечтает каждый игрок школьной хоккейной лиги. И новая форма, которую подарили юным хоккеистам, а это 32 комплекта – долгожданный подарок. Ребята с радостью примеряют обновки. Хоккейные свитеры, коньки, щитки, краги и панцирь – все должно быть точно в пору. Не секрет, профессионально экипироваться – удовольствие дорогое. Не все родители могут купить хоккейную форму, так что без помощи не обойтись. Экипировки на самом деле хорошие и для вратаря, и для игроков. Они очень безопасные и очень хорошие. Ну, хотя вес немного больше. Тяжело чуть-чуть таскать. У нас недели две или три тренировки, как получится. И мы занимаемся работой над защитой. Кто работает, тренер нас заставляет немножко работать над защитой, над тормозами, как правильно тормозить. Сейчас в школьной хоккейной лиге более 300 юных спортсменов, а это 32 команды. Их возраст от 10 до 15 лет. Однако это не мешает им играть по-взрослому жестко, технично и в полную силу. Тренировки и матчи проходят более чем на 20 ледовых площадках. В прошлом году 5 коробок было сделано. В этом году еще дополнительные коробки появятся в городе. Я думаю, что из года в год их больше станет, чтобы была возможность, чтобы дети имели доступ ко льду, было желание у них заниматься хоккеем. Я думаю, что из нашей школьной хоккейной лиги выйдут еще олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы, настоящие. А самое главное, чтобы вышли настоящие ребята, защитники своей семьи, малой родины, но и всей России. Но для того, чтобы звезды засияли, должна быть проделана большая работа. Нужна хорошая программа и четкая концепция развития хоккейного спорта в республике. С каждой командой должен заниматься профессиональный тренер. Впереди у мальчишек третий чемпионат школьной хоккейной лиги города Чебоксары. Ребята уверены, в новых формах им будет легче побеждать. Рифат Фаткуллин, Борис Андреев, Республика.